пытались доказать, что они достойны быть десептиконами, Старскрим и его подручные летят на Кибертрон. Там они должны подключить энергонный мост, который позволит Мегатрону производить темный энергон и раз навсегда разгромить автоботов. Старскрим, у тебя есть четкий приказ проникнуть вглубь Кибертрона и активировать энергонный мост. Мне нужна энергия. Мегатрон, Тандеркрекер засек впереди несколько автоботов. Джетфайр мог предупредить Зету Прайма и отправить их на перехват. Хватит ныть. Если автоботы попробуют остановить вас, уничтожьте их. Доложи, когда найдешь мост. Конец связи. Этот тупица думает, что мной можно пожертвовать? Скоро он поймет, что нельзя недооценивать Старскрима! Пусть все дрожат от страха перед Старскримом! Это еще что? Зонд автоботов. Нужно постараться не попадаться ему на глаза. Как будто этот жалкий зонд может меня остановить. Сбейте его и все! Во имя славы! Я никогда раньше не забирался так глубоко внутрь Кибертрона. Ай, какой же ты скучный, Тандеркрекер! Это заграждение, позволяющее обнаружить противника. Значит, ловушка все-таки. Проводники в полу приведут нас к источнику энергии. Глупые автоботы думают, что их жалкие трюки могут сбить с толку Старскрима. Энергетическое ядро должно быть где-то здесь. Автоботы, говорит Зета Прайм. О любых действиях десептиконов следует немедленно докладывать. А сами десептиконы должны быть уничтожены на месте. Конец сообщения. Какой зануда! Читать отчеты ремонтных бригад и то было интереснее. Тревога! Тревога! Отличный выстрел! Отличного бойца! Получай! Стреляй по тому десептикону! Тревога!
Внимание, ракета! Ага, делаешь успехи! Системы охлаждения перегружены! Легче легкого! Остальные явно будут покрепче. Предлагаю соблюдать осторожность. У меня нервные контуры каратит. Мимо этой штуки пробраться невозможно. Продолжай искать, глупец. Ответ должен быть где-то рядом. Идиоты, отключите это немедленно! Я хотел бы получить решение. Сканер утверждает, что эта дверь приведет нас в следующий каньон. Никому меня не обманывает! Ракета! Пускаю ракеты, призраки! Кому нужна помощь? Перезапуск системы охлаждения! Превосходное исполнение! Кто бы сомневался! Да-да! Признаю, боезарядов ты зря не тратил! Заперли нас тут! Хватит ныть! Найди другой проход! И где мы? Мы не там, где надо, Скайворд! Так что шевелись! Чистый энергон — вещество нестабильное. Находиться так близко может быть опасно. Нужно быть осторожнее. Напряги логический контур, Тандеркрекер, ладно? Не может все быть так страшно.
это тебе поможет. Уже близко! Следующий проход на дальней стороне этого каньона! Корабль автоботов закрывает вход силовым полем. Это я и сам вижу, Тандеркрекер! Хватит трепаться! Уничтожьте его! Стреляйте сперва по минометам! Эта штука еще безумнее меня! Стреляйте! Все можно взорвать! И это в том числе! Покажу им, как надо летать. Новые противники. Опять подкрепление. Двери открыты, быстрее! Опасайтесь снайперов с ракетами. Хватит этих глупостей. Разберемся с проблемой изнутри. Летим внутрь и целимся в энергетическое ядро! Не завершено! Ты сильнее всех! Я научу тебя летать, автобот! Орудия перегрели! Закрывайте двери! Заприте корабль! Мы поймаем их в ловушку! Поймать? Нас? Какие приказания, Старскрипт? Эти идиоты заперли нас вместе со своим энергетическим ядром! Устанавливай взрывчатку! Сюда летит от автоботов! Вооружение готово к бою! Догнать меня невозможно! Перезапуск в системах охлаждения! Опасность! 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 Просто не верится! Эти автоботы еще глупее, чем Скайворд! Может быть, Старскрим. А ты подумал насчет пути отступления для нас? На верхнюю палубу! Быстрее! Они запечатали ее! Вот наш шанс! Вылетаем через дыру! Глупее, чем Скайворд? Я тебе покажу, кто тут глупец, Старскрипт! Как всегда! Да, неплохо. Оружие мне пригодится. В
видел? Это ты про эту жуткую штуку, которая сейчас прыгнула в сторону? Ага. Не-а, ничего не видел. А надо было вас обоих на станции оставить. Кажется, я что-то видел. Кажется или видел? Молчать! Это может быть невидимка автоботов. Смотрите в оба. Вот он! Уничтожить! Захватим быстро! Маскировка включена! Включаю систему маскировки. Начинаю процедуру. Неплохо получается. Познайте мой гнев! Подключите энергию, чтобы мы смогли двигаться дальше. Пошевеливайтесь, десептиконы! Мы уже недалеко! Вот это место! Проход вглубь планеты! Еще один генератор поля! Эти автоботы мне на нервы действуют! Уничтожьте щиты! Думаешь, ты умеешь летать? Брось! Тревога! Ракеты пошли! Еще один готов! Автоботы так быстро ломаются! Охлаждение совершено! Мои повреждения не устранены! Иду на взлет! Снова на земле! Подожди, автобот! Я до тебя доберусь! Инструкции это должно помочь. Корпус батареи открывается! Но у тебя неплохо получается.
Замечен летун. Пушки заряжены и к бою готовы. Нужно что-то делать. Не по себе. Эти туннели давно заброшены. Придется активировать энергетические терминалы, чтобы включить старт. Атака! Все в укрытие! Стоп! Это же не автоботы! Любопытно. Я не встречал таких форм жизни раньше. Кому какое дело? Если будут мешаться, стреляй! Все, как я говорил. Терминал энергонного моста. Нужно пробраться внутрь и активировать его. Я думал, это место заброшено. Должно быть, мы включили автоматические системы защиты. Огонь! Приближаются автоботы.
Очередные глупцы торопятся погибнуть! Уничтожить их! Ракетами! Орудия перегрелись! Роботы как быстро ломаются! Старскрим, докладывай! Мегатрон! Мы столкнулись с существенным сопротивлением автоботов, но... Я не потерплю оправданий! Не подведи меня! Да, ты ему показал, Старскрим! Молчать! Скоро я буду править десептиконами, а Мегатрон будет моим слугой! Как скажешь, Старскрим! Да. Кому нужна помощь? Снаряжаться в систему охлаждения! Им крышка! Никому меня не обожда! Ты сильнее всех! Включаю системы охлаждения! Получай! Энергии на станции достиг лишь 50%. Где-то глубже должен быть еще один терминал. Прямо по курсу обнаружены автоботы. Система охлаждения перед... Я обожаю бить издалека. Боишься подобраться поближе, Скайворд?
Откуда пошла? Окружение холостое! Перезапуск системы охлаждения! Прямо в середине дырку сделал, я смотрю. Мне все еще требуется помощь! Да! Как-то тут тесновато. Автоботы так быстро ломаются! Отдали! Мотор ревет! Вот это выстрел в моем вкусе! Сосредоточить огонь на этом автоботе! Система охлаждения перезапуск! Никто меня не остановит! Огонь по замкам! Ракеты пошли! Внимание, десептиконы! Оружие охлаждено! Еще один готов! Перезапуск системы охлаждения! Думаю, это сработает! Температура орудий в норме! Все оружие принадлежит Старскриму! Отлично! Похоже, эта станция качает энергию напрямую в энергонный мост. Это панель управления мощностью энергонного моста. Ого! Старскрим! Я весь в восторге! Молчат, кретин! Нужно подключить к боковым терминалам ячейки с энергоном! Похоже, автоботы заблокировали энергетические ячейки! Быстрее! Бейте по замкам! Что это было? Автоботы заминировали комнату, идиоты! Стоп! Это мы, дураки, или автоботы? Просто у меня такое чувство, что ты меня не уважаешь. Молчать! Это даже слишком просто! Нужно быстрее найти остальные терминалы! Превосходно! Продолжаем искать! Остался всего один! Энергетические барьеры полностью отключены. Отлично! Теперь установим ячейки на места. Боковые терминалы демонстрируют максимальный уровень энергии.
Одно нажатие кнопки отделяет нас от активации всей мощности энергонного моста! Получилось! Смотрите, сколько энергии! Вперед, десептиконы! Теперь вы все познаете мою ярость! Я засек неизвестный энергетический сигнал огромной мощности! Тогда мы уже близко! Энергонный мост должен быть где-то рядом! Устройство должно быть внутри этой машины! Пристыкуйте емкость с темным энергоном к кабелю и активируйте ее! Сканирование показывает... Хватит с меня твоих сканирований! Загрязни устройство темным энергоном! Что происходит? Ровно то, чего я опасался. Кибертрон пытается очиститься от заразы. Какую заразу? Это он про нас, тупица! Хватит болтать! Реши эту проблему! Избегайте лучей! Быстро, быстро! Устройство уязвимо! Сосредоточьте огонь на ядре! Мы хоть как-то воздействуем на эту штуку? С вашим убогим прицелом? Сосредоточьтесь на оружии! А, он не так и крут! Старскрим, почему так долго? Устройство должно быть внутри этой машины. Пристыкуйте емкость с темным энергоном к кабелю и активируйте ее. Сканирование показывает. Хватит с меня твоих сканирований! Загрязни устройство темным энергоном! О, что происходит? Ровно то, чего я опасался. Кибертрон пытается очиститься от заразы. Какую заразу? Это он про нас, тупица! Хватит болтать! Реши эту проблему! Дайте лучей! Быстро, быстро! Устройство уязвимо! Сосредоточьте огонь на ядре!
Мы хоть как-то воздействуем на эту штуку? С вашим убогим прицелом? Сосредоточьтесь на оружии! Ха! Он не так и крут! Старскрим, почему так долго? Небольшая задержка. Я начинаю сомневаться в твоих способностях, Старскрим. Не подведи меня. Сейчас делает. Какая разница? Лучше приготовьтесь! Маневр уклонения! Что-то происходит! Да! Он пал перед могуществом Старскрима! На поверхность, десептиконы! Устройство вышло из-под контроля! Должно быть побочный эффект темного энергона! Энергонный мост активирован! Невероятно! Энергонный мост снова запущен! Тихо все! Не портите этот славный момент! Скоро моя орбитальная станция будет полна энергии! Твоя орбитальная станция, Старскрим. Конечно же, ты имел в виду моя! Я смотрю, ты смог справиться с простым заданием, которое было тебе поручено. Вероятно, ты не совсем бесполезен. Немедленно возвращайся на базу! Все системы работают. Скорость производства темного энергона оптимальная. Теперь я внедрю темный энергон в ядро планеты. И по мере его распространения будет крепнуть моя сила. По ту сторону врат Омеги доступ к ядру надежно защищен. Я добуду ключ. Атака на Ягон начнется немедленно. Я сотру Зету Прайма и его жалких автоботов с лица нашей планеты.